Недавно у нас прошел такой сильный дождь, что всю полянку затопило. Хорошо, что никто не пострадал. Нажми кнопку «Помощь», и я расскажу, что тебе делать. Нажми на эту кнопку, и увидишь, как продвигается твое обучение. Нажми на эту кнопку, если хочешь порисовать в свое удовольствие. Нажми на эту кнопку, чтобы узнать имена тех, кто создал эту замечательную игру. Здесь повсюду столько интересного! Найди места, в которых можно поиграть со мной и моими друзьями, и нажми на них. Если хочешь отправиться в другое место, нажми на левый или правый край экрана. Лунтик, ты не мог бы мне помочь? Конечно! А что нужно делать? У меня выкройки в воду попадали. Поможешь их достать? Так что нужно делать? Дождем смыло в воду все мои выкройки. Чудесные лоскутики. Я хотела сшить из них картинки, но теперь все пропало. Как я их достану? Я же могу намочить крылышки. Не волнуйся, сейчас мы их достанем и вместе сошьем твои картинки. Помоги мне достать из воды кусочки ткани и разложи их на листке так, как показано на маленькой картине. И тогда у нас может получиться замечательная поделка. Что-то начинает получаться. Да, я собиралась делать именно так. Что-то начинает получаться. Ох, прямо как я задумывала. Все на своем месте. Красота. В воде еще кусочки. Я могу и их поймать. Какой чудесный кусочек. Да, я собиралась делать именно так. Какой чудесный кусочек. Да, я собиралась делать именно так. Ох, прямо как я задумывала. Все на своем месте. Красота. В воде еще кусочки. Я могу и их поймать. Что-то начинает получаться. Какой чудесный кусочек! Что-то начинает получаться. Какой чудесный кусочек! Что-то начинает получаться. Да, я собиралась делать именно так. Ох, прямо как я задумывала. Все на своем месте. Красота. В воде еще кусочки. Я могу и их поймать. Что-то начинает получаться. Да, я собиралась делать именно так. Что-то начинает получаться. Да, я собиралась делать именно так. Какой чудесный кусочек! Да, я собиралась делать именно так. Какой чудесный кусочек! Что-то начинает получаться.
Прямо как я задумывала. Все на своем месте. Красота. В воде еще кусочки. Я могу и их поймать. Какой чудесный кусочек! Что-то начинает получаться. Какой чудесный кусочек! Да, я собиралась делать именно так. Что-то начинает получаться. Какой чудесный кусочек! Да, я собиралась делать именно так. Какой чудесный кусочек! Что-то начинает получаться. Да, я собиралась делать именно так. Что-то начинает получаться. Ох, прямо как я задумывала. Все на своем месте. Красота. Лунтик, даже и не знаю, как тебя благодарить. Ведь если бы не ты, я бы промокла. И, может, даже простудилась. Огромное тебе спасибо за помощь. Поздравляю! Ты справился с первым своим заданием. Выполни все, и ты получишь приз. Здесь у нас хранятся дипломы для лучших учеников. А здесь спрятан диплом, который ты получишь, когда пройдешь все задания. Чтобы получить его, тебе нужно пройти еще 9 заданий. Нажми на эту кнопку, чтобы посмотреть на другие свои рисунки. Вот мы и на полянке. Она сейчас почти как озеро. Мила, а зачем ты возле радуги летаешь? У меня дождем все краски смыло. Рисовать нечем. Хочу набрать новых. Ой, а давай я тебе помогу? Конечно, но только старайся повнимательнее. А то перепутанными красками рисовать неудобно. Вот смотри, Лунтик, мне нужно собрать много цветов. 7 из них – это цвета радуги, а еще 5 – просто цвета. Собирать их легко. Ты, Лунтик, только выбери, я тебя научу. Давай попробуем. В этом задании тебе просто нужно выбирать цвета, чтобы Мила могла их собрать. Просто нажми на любой цвет вверху экрана. Фиолетовый. Это один из цветов радуги. Отлично! Я хочу увидеть все. Нужно собрать еще цветов. Красный. Это один из цветов радуги. Правильно! Замечательно! Какие миленькие цветочки! Я еще хочу! Зеленый. Это один из цветов радуги. Отлично! Я хочу увидеть все. Нужно собрать еще цветов. Оранжевый цвет. Цвет радуги. Правильно! Замечательно! Какие миленькие цветочки! Я еще хочу! Синий цвет тоже есть в радуге. Ух ты! Как интересно! Осталось немножечко. Желтый цвет тоже есть в радуге. Правильно! Замечательно! Нужно собрать еще цветов. Это голубой цвет.
цвет радуги. Отлично! Я хочу увидеть все. Осталось немножечко. Это розовый цвет. Он не цвет радуги. Правильно! Замечательно! Нужно собрать еще цветов. Белый – это не цвет радуги. Ух ты! Как интересно! Какие миленькие цветочки! Я еще хочу! Это черный цвет. Его в радуге нет. Правильно! Замечательно! Осталось немножечко. Серый цвет. Его в радуге нет. Отлично! Я хочу увидеть все. Какие миленькие цветочки! Я еще хочу. Коричневый цвет. Его в радуге нет. Ну вот, теперь мои горшочки для красок полные, и я смогу дальше рисовать картины. Спасибо тебе, Лунтик. Не за что. Как это не за что? А за компанию? А, ну тогда пожалуйста. Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе. Полянки. Она сейчас почти как озеро. Полянка с моим домиком, наверное, уже почти высохла. Пойдем туда. Ой, и правда почти все высохло. Только лужи остались. Зайду-ка я к себе. Приберусь после дождя немного. После дождя тут такой беспорядок. Нужно немножко прибрать все мои игрушки. Я буду называть, что именно и какого цвета хочу собрать сейчас. А ты помоги мне найти все предметы. А теперь мне нужно найти все серые треугольники. Правильно! Замечательно! Верно! А теперь мне нужно найти все розовые овалы. Правильно! Замечательно! Верно! Сейчас приберем. Правильно! Замечательно! Верно! Правильно! Замечательно! Верно! Правильно! Замечательно! А теперь мне нужно найти все голубые треугольники. Сейчас приберем. Правильно! Замечательно! А теперь мне нужно найти все белые овалы. Верно! Правильно! Замечательно! Верно! А теперь мне нужно найти все белые круги. Сейчас приберем. Верно! А теперь мне нужно найти все фиолетовые квадраты. Правильно! Замечательно! Верно! А теперь мне нужно найти все желтые ромбы. Сейчас приберем. А теперь мне нужно найти все красные звезды. Верно! Сейчас приберем. Фу. Ну и тяжелое же это занятие, уборка. Но мы уже все собрали, и это замечательно. Теперь я смогу спокойно пойти гулять дальше. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.
что с тобой? Почему ты плачешь? Мои картины! Дождь их совсем испортил. Ну, хоть что-то осталось? Только наброски. Ну, так сейчас мы твои картины по наброскам будем восстанавливать. Ты только посмотри, что с моими рисунками случилось. Их совсем стерло водой. Ну, должен же быть какой-то выход. Как их восстановить? Ну, у меня остались наброски, раскрашенные как нужно. Ну, тогда, наверное, мы сможем восстановить твои рисунки по этим наброскам. Правда? Ну, конечно. Нужно нарисовать такой же рисунок, как и на наброске Милы. Для этого нужно закрасить все квадратики на рисунке в такие же цвета, как и на шаблоне. Выбери цвет из палитры, а потом нажми на тот квадратик, который ты хочешь разукрасить. Если ты ошибешься и закрасишь неверно, не беспокойся. Квадратик можно будет перекрасить в другой цвет в любой момент. Нужно нарисовать такой же рисунок, как и на наброске Милы. Для этого нужно закрасить все квадратики на рисунке в такие же цвета, как и на маленькой картинке. Выбери цвет из палитры, а потом нажми на тот квадратик, который ты хочешь разукрасить. Если ты ошибешься и закрасишь неверно, не беспокойся. Квадратик можно будет перекрасить в другой цвет в любой момент. Нужно нарисовать такой же рисунок, как и на наброске Милы. Для этого нужно закрасить все квадратики на рисунке в такие же цвета, как и на маленькой картинке. Выбери цвет из палитры, а потом нажми на тот квадратик, который ты хочешь разукрасить. Если ты ошибешься и закрасишь неверно, не беспокойся. Квадратик можно будет перекрасить в другой цвет в любой момент.
точь-в-точь, как я нарисовала! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! Схожу-ка я на пруд. Может, искупаюсь? Ого, как вода в пруду поднялась! А все из-за дождя. Ой, да это же вещи моих друзей. Когда дождь начался, они все собрать не успели, только упаковали. Срочно нужно все собрать и отдать владельцам. Лунтик, скорее помоги нам поймать вещи, пока они не уплыли. Мне нужно поторопиться. Мила, каким знаком помечены твои вещи? Я пометила их звездой. Мне нужно поймать все вещи с названным знаком, пока они не уплыли. Для этого нужно просто ловить их с очком, нажимая кнопку мыши. Если я начну пытаться поймать все вещи подряд, то могу не успеть поймать нужные. Еще одна вещь спасена! Я как настоящий рыбак! Опа! Еще одна вещь спасена! Опа! Поймал! Спасибо! Ты поймал все мои вещи! Мои вещи с кругом. Их нужно поймать, пока они не уплыли. Я как настоящий рыбак! Опа! Поймал! Еще одна вещь! Я как настоящий рыбак! Опа! Поймал! Лунтик, я тебе очень благодарен! Лунтик, на моих тюках прямоугольник! Еще одна вещь! Опа! Поймал! Еще одна вещь спасена! Я как настоящий рыбак! Еще одна вещь спасена! Мои любимые паутинки! Ты спас их все! Ай-яй-яй-яй-яй! Мои вещи сейчас уплывут! Они с ромбом! Я пометила их звездой! Опа! Поймал! Еще одна вещь спасена! Я как настоящий рыбак! Еще одна вещь спасена! Я как настоящий рыбак! Опа! Поймал! Еще одна вещь спасена! Фу, все поймал! А я уж боялся, что нам играть станет нечем! Спасибо! Ты поймал все мои вещи! Я свои вещи пометил овалом! Поймай их скорее! Ай-яй-яй-яй-яй! Мои вещи сейчас уплывут! Они с ромбом! Опа! Поймал! Еще одна вещь спасена! Опа! Поймал! Я как настоящий рыб! Опа! Поймал! Еще одна... Опа! Поймал! Я как настоящий рыбак! И зачем я свои вещи на земле оставил? Спасибо, что спас их, Лунтик! Фу! Все поймал! А я уж боялся, что нам играть станет нечем! Кажется, все нужное поймали! Мы такие молодцы! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! А что это вы тут делаете? Если умело выгрызать из листка кусочки, то получаются отличные картины. Точнее, должны получаться. Я пока увлекаюсь очень сильно, весь листок съедаю. А что должно получаться? Ну вот так, как на маленькой картинке должно. Слушай, а может ты мне и поможешь, а? Покажешь, что есть, а что не есть. А я тебя за это не прогоню. Поможем Пупсиню? Нужно показать те кусочки, которые нужно убрать, чтобы получилась картинка, которая показана на примере. Для этого просто найди, какой из кусочков лишний, и укажи на него. Thank you.
красиво! И гусеницы сыты, и картины целы! Выбери те кусочки, которые нужно убрать, чтобы получилась такая же картинка, как и на примере. Для этого просто найди, какой из кусочков лишний, и укажи на него. Что-то вырисовывается. Что-то вырисовывается. Ай, не надо, я ошибся. Что-то вырисовывается. Вкусная икра! И гусеницы сыты, и картины целы! Остановись! Ты так испортишь картину! Ай, не надо! Я ошибся! Вкусно и красиво! И гусеницы сыты, и картины целы. Что-то вырисовывается. Пупсень, стой! Это не тот кусочек. Ну ты и обжора! А что такое? Ты же испортил столько картин! Я не виноват! Это ты мне показывал! Ладно, давай попробуем заново. Вкусно и красиво! И гусеницы сыты, и картины целы! Вкусно и красиво!
И гусеницы сыты, и картины целы. Ай, не надо, я ошибся. Вкусно и красиво! Что-то вырисовывается. Фу! Не могу больше творить. Ну ты и так молодец. Столько картин нагрыз. Да, я такой. Но можешь прийти на выставку. Я приглашаю. Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Здесь у нас хранятся дипломы для лучших учеников. Интересно, а что сейчас на дне творится после дождя-то? Тут под водой есть самый настоящий риф. Тетя Мотя, а вы чем занимаетесь? Вышиваю. А я могу вам чем-нибудь помочь? Ну, давай, попробуй. Тетя Мотя, вы же говорили, что вышиваете, а сами рисуете. Но вначале нужно нарисовать, а потом уже вышивать. Как сложно! А давайте я вам помогу. Вам же, наверное, совсем плохо видно в очках. А так я смогу рисовать для вас, а уже потом вы будете вышивать. Здорово придумано! Наверное, рука дрогнула. Не то. Нужно снова попробовать. Правильно. Великолепно получилось. Соединяй две точки на рисунке линии так, как это показано на примере. Для этого проведи линию между точками мышкой, зажав и не отпуская при этом левую кнопку. Так мы сможем помочь тете Моте подготовить рисунки, по которым она будет вышивать. Красота! Отличный рисунок! Правильно! Соединяй две точки. Отлично. Великолепно получилось.
красота! Ой, что-то мы напутали! Отлично! Красота! Правильно! Отличный рисунок! Красота! Отлично! Красота! Правильно! Соединяй две точки на рисунке линией так, как это показано на примере. В нижней части экрана находится закладка. Нажав на нее, можно достать книжку с полезными кнопками, которые помогут тебе играть. Отлично! Спасибо тебе, Лунтик! Не за что! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! Лунтик, я никак не могу попасть к себе в кладовую. А что случилось? Я забыла код на двери. Лунтик, я забыла код от замка кладовой. И что же вам теперь делать? Я его записала, но в этих очках не могу рассмотреть. Нарисуй фигуры, которые изображены на моей подсказке. И тогда двери откроются? Должны, я полагаю. Это квадрат. Еще один знак нарисовали. Что же у нас следующее? Это ромб. Еще немного, и дверь откроется. Это звезда. Еще один знак нарисовали. Что же у нас следующее? Это овал.
осталось еще несколько знаков. Нет же, нам был нужен круг. Это круг. Еще один знак нарисовали. Что же у нас следующее? Это треугольник. Еще немного, и дверь откроется. Это прямоугольник. Моя кладовая открылась. Спасибо тебе, Лунтик. Пожалуйста, тетя Мотя, постарайтесь не забывать пароля. Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Давно я к Пискарь Ивановичу не заходил. Здравствуйте, Пискарь Иванович. Здравствуй, Лунтик. А у вас тут не сильно дождило? Нет, Лунтик, все в порядке. Лунтик, рыбки загулялись во время дождя. Нужно помочь вернуться им по домам. Я сам очень занят. Не поможешь им? Почему же не помогу? Помогу, конечно. Смотри, Лунтик, рыбки загулялись после дождя. А им, между прочим, пора домой. А домой они попасть не могут. Дождевая вода смыла с них цвета. И теперь их не узнают родители. И что же теперь делать? Как помочь маленьким рыбкам? Ну, у меня еще остались краски. Вот только как на беду не те. Только желтая, красная и синяя. Не беда. Мы смешаем цвета и получим те, которые нужны нам. Поможешь мне? Смешивая два цвета, мы получим новый цвет. Оранжевый, фиолетовый или зеленый. Нам нужно раскрашивать рыбок в цвета их домика. Для этого раскрась рыбок вначале в один цвет, а потом во второй. Мы раскрасили рыбку в синий цвет. 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 Мы раскрасили рыбку в синий и желтый цвета, и получился зеленый. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в синий и желтый цвета, и получился зеленый. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в синий и желтый цвета, и получился зеленый. Отлично! Все зеленые рыбки дома. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в красный цвет. Мы раскрасили рыбку в красный цвет. Мы раскрасили рыбку в красный цвет. Мы раскрасили рыбку в красный и синий цвета, и получился фиолетовый. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в красный и синий цвета, и получился фиолетовый. Теперь нужно развести по домам оставшихся.
мы раскрасили рыбку в красный и синий цвета, и получился фиолетовый. Отлично! Все фиолетовые рыбки дома. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в красный цвет. Мы раскрасили рыбку в красный цвет. Мы раскрасили рыбку в красный и желтый цвета. И получился оранжевый. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в красный и желтый цвета. И получился оранжевый. Теперь нужно развести по домам оставшихся. Мы раскрасили рыбку в красный и желтый цвета. И получился оранжевый. Отлично! Все оранжевые рыбки дома. Спасибо, Лунтик, ты мне очень помог. Сам бы я никогда не успел всех рыбок по домам развести. Пожалуйста, Пискарь Иванович, был рад помочь. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Какие красивые картины! Это я сам рисовал, еще в молодости. Вот только поблекли они с того времени под водой, как-никак. Послушай, Лунтик, может быть, ты мог бы их подновить? А можно? Ну, конечно! Вот смотри, Лунтик, у меня остались маленькие эскизы картин. На них показано, как нужно раскрасить картину. Есть и краски. И мне можно самому раскрашивать картину, как я захочу? Конечно, Лунтик. Главное, если сделаешь ошибку, потом не забудь ее перекрасить. Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Thank you.
Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Нажимать на краски, а потом на кусочек рисунка. Когда рисунок будет раскрашен весь, Пискарь Иваныч скажет, правильно ли мы все сделали. Для этого... Невероятно! Ну просто точь-в-точь, как я рисовал. Спасибо, Лунтик, ты очень мне помог. Теперь мои картины простоят еще долго. Но когда они снова обветшают, я теперь знаю, к кому обратиться за помощью. Обращайтесь обязательно, Пискарь Иванович. Всегда буду рад вам помочь. Это просто потрясающе! Ты выполнил все задания. Теперь мы сможем получить приз. А приз – серия мультфильма про меня и моих друзей. Твой диплом. Напечатай в этой строке свое имя, чтобы я знал, кому выдавать диплом. Ты действительно хочешь уйти? Нет! Замечательно! Оставайся с нами! Нажми на эту кнопку, если хочешь порисовать в свое удовольствие. Нажми на эту кнопку, чтобы узнать имена тех, кто создал эту замечательную игру. Нажми на эту кнопку, если хочешь выйти из задания. Ты действительно хочешь уйти? Да. Жаль. Но я знаю, ты обязательно вернешься.